анонс и точная дата выхода нового 20-серийного российского сериала «Чужая стая». Премьера нового сериала стартует с 30 ноября на телеканале НТВ. Сюжет сериала. Из-за конфликта с начальством главный герой сериала Валерий Шатров вынужден покинуть старое место службы и переехать в другой город. Но на новой работе у оперуполномоченного сразу же не наладилось. Пойманный Шатровым преступник перешел дорогу местному мафиози Олегу. И теперь Крутаков решает свести счеты с рецидивистом. Однако полицейский отказывается выдавать вора, чем вызывает гнев Крутакова. У полицейского начинаются проблемы, поскольку его обвиняют в присвоении похищенных бандитам денег. Шатров вынужден доказать свою невиновность, чтобы остаться в живых. Но сделать это крайне сложно, ведь все свидетели этой ситуации мертвы, а руководство полиции стоит на стороне Крутакова. Валерий оказывается в центре преступной игры, но он уверен, что справедливость существует, и Шатров постарается это доказать. Напомним, премьера нового сериала стартует на телеканале НТВ с 30 ноября. Если вам нравятся российские сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.